Избыточную сельскохозяйственную продукцию грузинских фермеров будет закупать государственная компания по экспорту фруктов и овощей. О принципах ее работы премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили рассказал фермерам на встрече в городе Озургете. Глава правительства заявил, что продукты и овощи будут экспортироваться в Украину. Запланирован и реэкспорт в другие страны. Вано Мирабишвили сообщил, что продукцию фермеров компания будет принимать по выгодным ценам. Она также займется расфасовкой и транспортировкой продукции. В случае убытка государство возместит фермерам ущерб. Государственная компания по экспорту фруктов и овощей создается в рамках правительственной программы «Больше пользы для народа». Половину своего рабочего времени я буду посвящать работе этой компании. Наша первая задача – помочь экспортерам, а вторая – помочь фермерам в процессе сдачи их продукции. Это позволит в дальнейшем осуществлять экспорт. У государства есть средства для того, чтобы создать соответствующую инфраструктуру, пункты, где можно будет сдать сельскохозяйственную продукцию. Только в Гурии мы планируем построить два пункта по приему фруктов и овощей. У нас есть возможность закупить транспортные средства, контейнеры и машины, чтобы на высоком уровне обеспечить расфасовку, транспортировку и реализацию грузинской продукции. Груз мы будем доставлять в Украину по невысокой цене. Вы знаете, что украинский рынок огромный.